Успешный проект, который реализуется в этой сфере, это гостакси. В рамках него мы отказались от персонального закрепления автомобилей за руководителями органов исполнительной власти Камчатского края и перешли к единой системе транспортного обслуживания. Это не сказалось на качестве работы, на комфорте перемещения, но позволило существенно сократить расходы. Мы за полтора года сэкономили 20 миллионов рублей и высвободили 9 автомобилей, которые уже переданы Елизовской станции скорой помощи, где они, конечно, гораздо более нужны сейчас, чем гаражу правительства Камчатского края. Кроме того, поскольку этот проект показывает свою эффективность, я буду настоятельно рекомендовать его реализовать и в наших крупных городах. В первую очередь, конечно, в Петропавловске-Камчатском.